Что я могу сказать? Мое утро началось прекрасно. Я вышел вынести мусор на улицу, и я как бы застрял в лифте на первом этаже. Утро доброе. Сказали, вот так, да, бизнес тебя прям? Что делать? Чего странно. Да. Ну, бывает, ничего страшного. Она была 360 гривен. 300 километров. Она сама отказала. Не, ну нормально, что она отказалась. Я сказал спасибо. Хорошая жизнь, пан Мальди. Здрасте, как дела? Здрасте. Лера, ты взяла подарок с собой? Ты чуть не забыла подарок, ты вообще как я могла? Его вообще. Что там внутри, ты потом покажешь, короче. Там очень крутой подарок. Я даже не знала, что такое можно подарить на самом деле. Ленечка бежит впереди. Занимать места. Что? 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 Ну, извините, это вокзал, тут, блядь, бомжи, все же такое можно. Быстрее. Что ты можешь сказать? Так спешили, но поезд даже еще не приехал. Да, Лер. Лер, твой макияж видно за километр. Кстати, на веснушки нужно поставить. Ну смотри, да. Веснушки в камере прикольно выглядят. Очень по-инстаграмному, скажи. Такая нежная. Разве нет? Ну такая, мимимишка. Такие мы свежие, еле собрались. Но ничего, едем в Харьков, ну, денечек, покорять вершины. Денечек такой, знаешь, хочется спать и ничего не делать. А еще сегодня как бы концерт Марув и вечером интернет, раздача. Карточку нужно купить, блин. Да. Ребят, они уже ехали. Класс. Сейчас все потечет. У меня есть кран. Такая вот обстановка. Прикрой свою голову. Они тут уже пьют. Пьют алкоголь. Там еще две баночки. Раз, два, кексик. Кексик. Ой, что там такое? Там где? Что, село какое-то, болото. Ну ты, кстати, твою дачу проехали, не? Уже проехали, да. Ну вот наш стол. По-богатому. Это Леня сболтал воду. Деньги пахнут у себя, сука, на стринге. Она же накидывается. Извините. Такая Мару в лицо. На стуле, да? Не надо. Блин, ребят, если я не буду на стуле, я буду расстроена. Вот настроила себя на эту фигню. Зачем? Потому что больше некому. Лер, ты еще не знаешь, что будет на концерте. Тебя подтолкнем. Ой, как боже. Какая красота. Я не успею снять. Вода. Дымочек. Ну как бы. Сколько... За нас и за Кавказ. Сколько до выхода осталось? Сколько до выхода осталось? Часик. Концерт через полтора часа. Да. Джок, что ты там уже? Репостишь, смотришь истории? Да, бухай. Мы уже приехали в Харьков. Приезжаем, точнее. Сколько мы ехали часов? 4 часа 50 минут. 5 часов. Короче, мы уже устали, поснимали тиктоки, пожали, вот бутерброды. Остались. Пивас. Ну, как бы, нет, почему рыхотня? Мы уже доели все бутерброды. Это сделала мама Лёни. Работает? Да. Сидят две такие, разбираются с телефонами. Приехали. Лера, у тебя такие же снится. Боже, какой кошмар, посмотрите. Чего? А, уги, фу. Какой это антитренд. Это Виталик. А это Louis Vuitton настоящий? Лер, где да, покупала? На славянском базаре? Я купила в Dubai Mall, на секундочку. Надо такая. В Dubai Mall. Надо работать в школе Новой Воровой в Минске, чтобы зарабатывать на такую сумму. Блин, а ну-ка еще раз открой глаза. Ну, прикольно выглядит очень. Блин, очень классно. Город Харьков. Тут дождь. Что, Лера? Подъем. Подъем?
Сейчас будем подниматься. Покажи, что на футболке. На футболке Мару. Что ты закрываешь? Все, кстати, белая футболка. Вот наши вещи. Курточки, точнее. Лера уже готова к встрече с Мару. Класс. Что там? Окей. Вот так посмотрел на меня. Ну, что ты надеешься, это заснял? Ну, там все видно, наверное. Боже, какая классная камера. Мне реально нравится эта штука. Свет, он очень удобный. Лера, где ты там проебалась? Лера, ты где? Лер. Красотка. Ну, мы, короче, приехали. Какая такая погода сырая, я прям в шоке. На самом деле прохладно, вот на улице гулять прям пар идет изо рта. Это будет менять деньги сейчас. Доллары, приехала валютная. Из Минска, где-то там в вашем Минске есть доллары. Какой курс? Курс как бы вот такой. Джуси маме на джусе. Где мани? Ногтики, сейчас этими ногтиками валютными будешь забирать денежки. Такими главное в попе не ковыряться. Монетки? Да там копеечки совсем остались. Держи. Держи валютку. Твердую валюту. Лера, ты уже приехала, ты уже довольна? Да, смотри, сухую трубку. Леня, покажи сцену. Ну, как бы красивый зал. Подготовка полным ходом идет. Очень красивый зал. На самом деле снаружи он не так выглядит ярко и помпезно. Я приезжал год назад, блядь, какой год назад? Месяца три назад в Харьков, и он был не таким. Этот парк, боже, проверяют свет. Вот эта их камера стоит, любимая. Она запись. Покажи свой лук. Надо расческа мне. У кого моя расческа? Интервью коротко. Чего вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Скажите, я ожидаю, что я здесь буду валяться, с ума сойду вообще просто. Мне кажется, это самое лучшее. А еще больше всего жду встречи и подарить этот подарок. Какой вообще подарок? Будет отвал пизды. Что там находится в этом пакете? Скажи, пожалуйста. У тебя близкий микрофон, у него там? Далеко. Ты контролируй. Там, смотрите, можешь. Сейчас я вам покажу. Там, смотрите, вот. Там красота вот такая. Такая неоновая. Это неоновая лампа, да? Да. Скажи, что это неоновая лампа. Это неоновая лампа. Класс. Ну, на стенку повешать. Чего ожидает Леня Полищук от сегодняшнего концерта? Я ожидаю впервые увидеть невероятный концерт от Мару лично, потому что после победы ее на Нацотборе я вот никогда не ходил на ее сольный концерт. Для меня это будет открытие. Вот впервые в моей жизни я хочу насладиться под Siren Song, под Bang и под новый альбом ее. Ну, все довольны. Я вас обожаю. Надеюсь, концерт пройдет хорошо. Ребята, если хотите видеть видео с выступлением Маруф, заходите, пожалуйста, в мой инстаграм. Инстаграм Леони и Джоук. Там есть сохраненные хайлайты с концерта.
соберу свои стразы. Так, подали же, рассыпаюсь на кусочки, спасибо. Мы, конечно, нам уже кобздец полный, если честно. Но есть и одна песня, знаете, без которой мы не можем нас отпустить. Конечно! Да. Эту песню исполняет моя вторая Мишла Каблочина. Это остро сатирическое высказывание. Две базарные тетки стоят в очереди. Третья вон, с клунками стоит. Уже переживает так, господи. Лера, расслабься, дыши. Лера, вдыхай. Вдох, выдох. Здрасте, Аня. Здрасте. Класс, я прям подготовлена. Сегодня важный вопрос. Вы блогер, да? Ну, для моего влога. Как ты думаешь, Мару сегодня на сколько процентов выступила? На 354. Да? Оставим я так. Думаю, на все 500. Класс, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давай отменимся. Давайте. Спасибо. Здравствуйте. Леонид. Извини. Спасибо. Давайте с вашей. Давай, спасибо тебе большое. Ну что, Джок, ты довольна пиздец. Сегодняшним это днем? Скажи мне, пожалуйста. У меня заряд просто непредвиденный. Я готова делать все задания по учебе. Я просто настолько перезарядилась, что мне хочется улыбаться и, я не знаю, делиться этим счастьем с многими. Ну, на ближайший год, короче, хватит. Да, или до следующего концерта. Я в следующий месяц иду уже на концерт. Ого, уже в следующий месяц. Лёнь. 63 гривны, ну, нормально. Ну, мы едем в ресторан. 63 гривны с карточки папы. Думаю, ничего страшного. По морозу идти не хочется, заболеть. Заболеть, а потом тратить деньги на лечение, правильно. Мы едем, короче, в какое-то заведение. Матча, какой-то бар. Матча, мама, короче. Там сидишь, стоит сколько? 50 гривен, 40. У нас в Киеве таких цен как бы не бывает. У нас минимум 70-80 гривен, чтобы выпить какой-то маленький странный дешманский напиточек. Ну, короче. Хочу ссать и хочу зарядить телефон. Пока. Какой бы это то лепёшка? Лепёшка. А ну. Сейчас я её... Какая запустка. Она капает. Ты чё, ручей не бежит, ручей? Не я, это не зель. Нет, вкусно. После дня голодовки, как бы, это самое оно. Нормально мы картошки съели с салатом. Где? Там мало. Сколько часов назад было? Короче, мы зашли в какой-то неизвестный клуб, заплатили 200 гривен. Называется клуб «Музей». Ну, мне уже как бы подарок подарили на следующий вход, поэтому это повод приехать в Харьков. Это очень интересно, но как бы людей очень маловато. Мы просто вот лежим, Лёнь, что ты можешь сказать? Вот это пиздец. Это трэш. Это Огурцова тут поёт. Да, вон Огурцова. Огурцова, певица известная. Наверное. Мы стоим уже на вокзале. Сейчас ждём поезд на Киев. Голова грязная. Все сонные. И не только голова. Всё грязное. Лера уже все плачет, уже не хочет возвращаться в Минск. Купила себе колбасу какую-то. Покажи колбасу. Я просто... Вот набор человека. Вот это дарницкий балык хороший, кстати. Это дарницкий. Вода и балык какой-то соленый. Балык дарницкий. Я его всегда ел. Вот хотя на дарницу едем. Да, кстати. Ну, Лера, мы еще у тебя поспим, полежим. У тебя дома на Харьковском. Это цензура. Что? Мало времени. Мало времени. Ну, короче, прыщ над губой, 200 гривен клуб, несчастный. Блядь, не говори мне, что я потратила 200 гривен на этот клуб. Зато я хотя бы поспал и поезжал. Это было койко-место. Мы перекантовались там, да, это вот такое. За 200 гривен, может, за 600 гривен можно было перекантоваться и в другом месте. Что я могу сказать? Весь вагон просыпается, Артём снимает вор. Маруф лучшая. Колбаса. Жрёт мясо. Ты как Данилка, знаешь, в этом спивайте, он тоже маску надевает. Блядь, нахуй на мне. Ты что, коронавирус? У вас негативный тест? Да. У вас уже... Лера, ты же опухнешь потом. Фу, так... как она бездеет. Получите мозг.
Нет, я еще не раздевался, кстати. Слава богу, что у меня сменные носки есть. Ну так, пиздит. Нормально. Колбасное такое, солями. Так, знаешь, просрочку надо засолить, чтобы типа можно было проглотить. Нормально. Залезает. Наша курточка самая белая, могу они не отражают свет. Наша курточка самая чистая, это моя. Она подумала, куда я повесил. Леня, что это мы в курточках спим? Жарко так, я все. Очень мне жарко. Тоже жарко. Лера, как дела? Что за хуёво? Это выставлять. Выставляй обязательно. Нету, я сейчас. Вот Лера контент снимает. Ну, в плацкарте настолько жарко, что даже срок расплавился. Что говорить о нас? А макияж на токе держится. Чтобы вы понимали, он пережил 3 раза слезы, трение моих рук и подушку в плацкарте. Я в шоке. Правда, ебальник уже можно соскребать. Шибатель. Ну, у меня настолько сальное вообще, лицо. Вообще, а где кондиционер здесь? Кажется, это неуважение. Но в купе было бы очень хорошо. Вроде ничего. Че ты ржешь? Все в белых курточках. Первый вагон. А на этом наша поездка закончилась. Подписывайся на канал, заходи в Инстаграм, оставляй лайки. До скорой встречи.